Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Антитеррорист Rush 3. В атаку. Куртка ясно. Ух, ё-моё. И что? Подожди. Так, специальная атака. Ну, к примеру. Да я понял. Подожди, а ты... Ты так и будешь бежать, что ли, сломя голову? Подожди, подожди. А, нет, он останавливается. А почему я должен на снеговике? Не, ну снеговики, это что, типа тренировки, видимо, было, да? Ну, предположим. Так, рапорт. Миссия 1 завершена 100%. Нажмите, чтобы продолжить. Окей. Прокачка снаряжения. Пистолет, бесконечные патроны. Урон за секунду 50. Так, метательное оружие. Здоровье. ХП героя в начале каждой миссии 600. Предположим. А что за прокачка? О-о-о. Нож. Второй уровень. Так. Пистолет первый уровень. Скорострельность 60 выстрелов в минуту. Ты серьезно, что ли? В секунду по патрону? Серьезно. Так. То есть, ну, мы прошли с тобой, да, миссию? Поехали на следующую тогда. Так, подожди, он... Так он сам стреляет, что ли? Ну, как бы он сам стреляет, я могу ему подсобить. Окей, предположим. Ага, ага, ножички-то у меня кончаются. Так, секунду. Слушай, ребята... Это так и должно быть? Я не могу понять. Или мы должны... Так, подожди-ка, мы с тобой что-то получаем. Хм. Видимо, мы должны как-то... Ага, вот оно что. То есть мы должны с тобой становиться все лучше, лучше и лучше. У нас с тобой одна звезда, да? Соответственно, я могу открыть. Ну, вот, например, автомат. Точно. Так, а по снаряге что у нас с тобой получается? $55, да? То есть я могу... Здоровье улучшить. Точно, вот оно как делается, друзья мои. Вот оно как делается. Понятно. То есть мы с тобой, ну... Оу, так даже лучше будет. Ядрить тебе на корень. То есть я могу вот так вот. Ходжа! Накосе. Так, ну с этим он справится сам. Чувак, с дробовичком, иди ты в пень. Так, а мы с тобой практически прошли уже, друзья мои. Все, тут порвали мы, отлично. Такой сразу деловой чувак, да? И, как ты видишь, мы получили с тобой третий уровень. Так, ну что, давай займемся еще, наверное, прокачкой. Я прокачаю своего солдафона. Блин, подожди-ка, а что дает нам? Легкая броня, первый уровень. Защита от огнестрельного оружия. Ага, 10%. Устраивает меня. Легкая броня второго уровня. Но здесь нужно две звезды, понял я. Так, и по снаряге. Что у нас получается? 70 баксов есть. Ха. Ну, давай прокачай пистолет, наверное, да, себе? Так, должно, наверное, хватить мне. Ну что, погнали в атаку. Пока он... Давай-давай, бомби. О, там дед. С бутылкой. Ты совсем, что ли, оборзел, а? Дедуль. На-ка. В минус. Так, тихо. Ать! Блин, у меня все закончилось, ребят. Коктейль Молотова он, оказывается, бросает, а? Вот шлепок. Но, тем не менее, мы с тобой получаем четвертый уровень. Окей. Так, мне хватит, интересно? Да, мне хватает. Сколько звездочек? Опять же одна. Ух ты, а пес что дает? Собака. Урон 200. Ага, я, наверное, смогу песика вызывать, получается. Давай-ка в снарягу зайдем с тобой. Так, атакуют наземных врагов. Наземных врагов. Я, наверное, все-таки хпшки себе, ребята, восстановлю чуть-чуть. Ну, прокачаю. Поехали в атаку. Да, ребята, у нас с тобой доступна еще собака. Одна, правда. Ну-ка, как она атакует? Ага, вот так она бегает. Понял. Тихо!
Ать. На, гаденыши. Бесщадно всех валим, на-ка. Получи-ка в лоб. Так, ребят, практически прошли. Практически. На, есть контакт. Прошли же? Да. Нормуль, кстати, $136 мы получили. И, хотел сказать, и уровень еще хапнули. Но не тут-то было. Так, заходим в снарягу. И давай-ка мы с тобой, наверное, прокачаем автомат. Хотя нет, лучше пистолет. Он пистолетом пользуется сам, на автомате, ребята. Поехали дальше. Ух ты. Ну, пёси вызовем на всякий случай, ребят. Пускай он там бегает. Ого. Тут уже снайперишки у нас. Так, я готов, если что. Нормуль. Так, кто там, кто там? Ах ты, я его и не увидел. Из сугроба вылез, понимаешь? Блин, как быстро у автомата заканчиваются патроны. Но мы практически прошли, ребят. Да, мы пробежали здесь. Причем на изи. Вот мог бы бронежилетик бы еще надеть. Вот и уровень мы с тобой получили. Получается, мы с тобой проходим уровень и получаем звезду. То есть, каждый уровень — это одна звезда. Что я могу здесь взять? Вот броник. Защита от взрывного оружия 10%. Ну, я возьму. Конечно, возьму. Тут еще собаки разных видов. И оружие, и пистолеты, кстати, тоже разных видов. Так, по снаряге давай посмотрим, сколько у нас бакинских. 141. Что я могу сделать? Прокачать автомат, предположим. Так, ну что, ребята, погнали. На-кася. Ага. Я на всякий случай вызову собаку. Видишь, как она нам помогает. Она этого хламона, ребята, жучит. Вот этого, да-да-да, который тут ныкается в сугробе. Ну, где там? Ах ты, хлыщ. Блин, ребята, у меня кончились патроны, и уровень мы прошли. Нам повезло, посмотрите, сколько у нас хпшек с тобой оставалось. Совсем ничего. И уровень получил, то есть еще одну звезду. Значит, есть смысл. Слушай, а может быть... А, тут еще вот что у нас. Граната, оказывается, есть. Это последнее, что мы можем с тобой открыть за одну звезду. Больше у нас ничего нету. Так, 233. Я думаю, что... Здоровье все-таки, ребят. Все-таки я прокачаю здоровье. Ну что же, пятая миссия, погнали. Ох ты, мы уже с тобой где-то на зоне, ё-моё. Что-то враги-то сильные. Кстати, надо посмотреть, как эта граната работает. А, вот она как. Блин. А тут совсем, ребят, не сахар. Ой, совсем не сахар. Я даже, ну, как бы прошел нормально, но этого мало. Этого недостаточно. 200 баксов. Я могу автомат прокачать. Но лучше пистолет. 80 в секунду. Погнали. Что-то меня не устраивает такой расклад. Вызовем пса. Пускай он там идет, ребята. Разобраться бы как-нибудь с гранатой. Как вот ее эффективнее использовать. Так, ну в принципе пока вроде бы неплохо. Ать. Успеет он пройти у меня этот уровень? Нет, все-таки говнюк из дробаша его приговорил. Ну что, давай зайдем в снарягу, посмотрим. Так, а если я вначале возьму прокачку? Так у меня две звезды, а почему я... А, могу, да, открыть все-таки? Ну-ка, да, ребята. 20%. От огнестрельного нужно было брать. Я немножко поспешил, да и фиг с ним. Так, что у нас тут? Пёсю. И гранату. Пёсю и гранату прокачали.
Окей. Ну что, побежали. Так, давай вот так, наверное, сделаем. Тыдыч. А, они тоже, они отвлекаются, ребят, на собаку-то, оказывается. Ну, блин, тут что-то вообще уж быстро ужатали, эй. Я так и не согласен. Что тут по снаряге мне хотят? Пса, да? Ну, к примеру. Я всего лишь один раз могу его вызвать за игру. Вот так он как бы бежит. Наносит, ребят, повреждения. Гранату я могу, оказывается, бросать не только вниз, но и наверх. Да чтоб тебе! Вот на этом последнем дедуле вот зависаем и все. Что сделать-то? Как лучше сделать? Автомат прокачать? Ну давай автомат еще раз сделаем. Чепушила, который там стоит с дробышом, он меня просто не пропускает. А, мы можем с тобой еще и несколько собак вызывать. Сейчас, где-то этот дед будет здесь, уже скоро, вот он. Да, именно этот деду... Нет, вот он. Есть, ушатал его. Хламон этот стоял здесь с дробовичком. Ну, как видишь, прошли мы с тобой. Так, ну что у нас, по снаряге что-то есть из доступного. И это у нас граната. Я, наверное, собак все-таки прокачаю. Ну что, погнали. Миссия, блин, шестая у нас. Ну. Ох ты. Да что еще за голодранец тут выглядывал? Ты сейчас вот, блин, серьезно это все? Твою ж налево. Ну! Эть, сейчас тебя и похоронят здесь. Да, ребят, просто... Просто расстреляет его. Ножами причем. Мне даже ему никак не помочь было. Угу. Так, у нас с тобой две звезды, по-моему, есть. Три даже. Три звезды. Что за пистолет? 100 выстрелов в минуту. Берем. А, мне нужно вначале вот этот, только понятно. Я не могу перепрыгнуть, да? Ах, твои жуки. Понял я, в чем прикол, ребята. То есть ты не имеешь права открывать следующее оружие, пока у тебя не откроется предыдущее. Вот так они сделали это все. ХПшечки. Так, ну что, побежали. Побежали, я думаю, сейчас уровень ХП у нас с тобой норм. Что? Вот он тут, халабуда. Мне кажется, когда врагов много, лучше, ребята, использовать... Лучше использовать... Так, тихо. Этот, гранату. Но это когда врагов много, опять же, повторюсь. Сейчас этот вылезет. Эть! Прошли, прошли мы с тобой этот уровень. Пробежали. Опять же, наверное, благодаря нашему пистолету. И, кстати, еще одну звезду получили. Так, давай-ка мы, наверное, по снаряге посмотрим, что у нас. Пистолет, бесконечные патроны. Ну давай. Бесконечные патроны — это хорошо. И в прокачке, наверное, я возьму урон 70. А здесь 50, ага. Понял. Урон 70. Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.